Итак, нам нужно отвлечь, основные наши задачи отвлечь внимание охраны и сбежать из лечебницы душевно больных. Вот. В прошлой серии нас в конце поймали. Вот. У нас два варианта. Либо. Так. Ничего не. Либо что-то с машиной сделать. С электрической. Либо что-то с газом сделать. Вот. Здесь мы замочек взломали, вроде как. Вот в этой комнате нас поймали. Здесь плюс еще есть какой-то скрытый предмет. Найти бы его. Что-то в прошлой серии я прошелся, так и не увидел ничего, не нашел. О-о-о-о-о-о-о. Так. Так, в какую сторону он пойдет? Обратно сюда? О, не дай бог, он ко мне придет сейчас. Так, он ушел в соседнее помещение. Так, я ни черта не... О, кажись, вижу. А, нет. Не показалось. Нет. Либо здесь вот на полках где-то лежит скрытый предмет. Так. Нет, ничего нет. Ладно. Надо дождаться, короче, пока. Охранник пройдет. И бегом валить с этого помещения. Ну, где ты там? О, светит фонарем. Сейчас пройдет. Мы проскочим. Отлично. Здесь мы проскочили. Скополамин, морфин, опиум. Морфин, опиум, самый обычный препарат. Он сюда идет. Он по кругу идет. Или нет? Нет. А можно его вырубить как-то? О, он сюда идет. Быстрей, 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 быстрей. Фу. История медицины 19 века. Это энциклопедическая работа, посвященная медицине прошлого века, созданная аристократом из династии врачей. Эта книга сложнее предыдущих, и в ней никогда подробно... А, и в ней иногда подробно описываются методы азиатских и африканских медиков. Так, отлично, прокачали мы медицину. Так. Спрячемся. Или зря мы спрятались? Ха-ха.
надеюсь, он не выскочит. Тут что-то у него сердце все сильнее и сильнее бьется. Все, ушел. Почему, сидя в шкафу, у него психика начинает шататься? Так. Окей, здесь тоже он шастает. Охранник. Оу-оу-оу. Так. Куда он пошел? Так, 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 так. Отлично. Блин, заперто. Вот это не есть хорошо. Так, вон там что-то на столе лежит. Сюда идет. Фу. Ключи. Получен предмет. Ключ от комнаты охраны. Ключ от подсобного помещения. Подсобное помещение мы вроде взломали, да? Только что оттуда. Так. Что-то я не въехал, по-моему. Ты, да, ты там, иди сюда. Я смогу помочь, помоги мне, я отплачу. Чего ты хочешь? Спать, это все. Спать? А уйти отсюда ты не хочешь? Нет, ты видел, какая буря надвигается. Мне и тут хорошо. Разве что есть одна проблема. Тебе нужно снотворное, да? Да. А взамен я помогу пошуметь. Громко пошуметь. И привлечь охрану к своей палате, чтобы я убежал. Ну так что, согласен? Найди мне снотворное, и я разберусь с охраной. Интересное предложение. Так, по поводу твоей бессонницы. Это шум тебе так мешает? Нет, кошмары. У нас тут у всех кошмары. Они не дают нам спать. После них заснуть уже невозможно. Окей, договорились. Я найду тебе таблетки. Поищи в кладовой. Там наверняка есть снотворное. Так, кладовой. Мы только что с кладовой. Вот недавно были в кладовой. Так, дверь закроем нафиг. Подсобки в этой. Там по-любому здесь вот должны быть препараты. Вот здесь. Надо только поискать. Так, снотворное. Снотворное мы вроде как знаем, как выглядит. Так, а что-то я ничего похожего не вижу. Ни черта нет. А если здесь посмотреть? Так, где они прячут свое снотворное? Окей, ищем быстро, быстро. Пока не вернулся охранник. Вот снотворное. Отлично.
my new friend's sleeping pills. Успели. Теперь ждем, пока этот охранник уйдет. И идем обратно к этому сумасшедшему. Ну, хотя, может, и не сумасшедшему. Так. Присядем, так мы меньше шумим. Окей, отлично. Здесь, наверное, можно уже пройтись пешочком нормально. Знать бы, где выход еще, блин. В какой стороне. Я нашел, что тебе нужно. Показывай. Ставь снотворное у себя, отдать снотворное. There. Вот, держи. И не забывай, что это не подарок. Don't you worry, you'll не беспокойся, я их отвлеку. Так что иди, прячься. Crows, вороны, они повсюду, прогони их. Если я иду, не останавливайся. Так. Блин, куда-то я забежал. Хрен пойми, куда, короче. Архив. Что у нас в архиве? Может, я что-то полезное здесь найду? Что-то я ничего не вижу. Зоология, эзотерика, минералогия и целая полка про головоногих. Сара Хокинс. История болезни Сары Хокинс. Сара Хокинс. Она была здесь пациенткой. Сара Хокинс незадолго до смерти была помещена в Риверсайдскую клинику. Это была не первая ее попытка поджога. Интересно. Да, спрятаться. Понятно. Пока прятаться не от кого. That Dr. Fuller again. Запрос на госпитализацию. Опять этот доктор Фуллер. Свидетельство того, что Ирен Сандерс, жена Фрэнсиса Сандерса, поместила своего мужа в клинику, когда он начал проявлять явные признаки безумия. Anatomy, анатомия и антропология. Ничего удивительного. Так, окей. Нам нужно найти выход. Так, это у нас та машина, да, здесь, по-моему? Блин, охрана вот тут ходит. Я чё, просрал момент, что ли? Блин. Всё, тут уснул. Блин. Просрали момент, короче. Окей. Так, а что у нас... Появилось что-то в улике. Улики. Значок полицейского. Понятно, это все мы прочитали. Ключи, знания у нас тут. Окей. Так, ладно. Кажется, эта машина потребляет много электрической энергии. Что можно сделать? Я еще могу увеличить нагрузку. Это амперметр. Не ожидал я увидеть такую штуку на этом маленьком острове. Я что-то активировал?
What will happen if I increase the current to the limit? Интересно, что будет, если я увеличу ток до максимума? I can still increase the load. Я еще могу увеличить нагрузку. Да что такое? В смысле? Есть еще какой-то рычаг? И как ее увеличить, эту нагрузку? Интересно. I can still increase the load. Так, ладно. Смотрим. По проводам, может, что-то с проводами. Блин, как это как увеличить эту долбанную нагрузку еще? Воу, мне кажется, засекли. По-моему, сюда не идет. Дверь открыл. А, вот где. Прикольно. Либо так, что ли, можно выбраться? Что-то я не могу понять. Так. Вот зажигалочку. Ни черта не вижу. Зеленый газ выходит отсюда и проходит по всему зданию. А, это что-то с газом делать, короче. Клещи взяли. Не хватает колеса для управления. Этот рычаг включает газовый аппарат. Так, рычаг для управления. Этот клапан контролирует давление. Ничего не произошло. Окей. А. Короче, надо клапаны, наверное, все перекрутить. Тут вот еще клапан. Так. Памятка для персонала. Доктор Фуллер, я починил вашу машину, насколько смог, но трубопровод поврежден, и я боюсь, что происходит утечка газа. За такое короткое время большего сделать я не сумею. Я обязан предупредить вас, если подать слишком большое давление, возможен взрыв. Ого. К чему может привести, чем мы сейчас занимаемся? Так. Не хватает колеса управления.
если здесь давление повысим. А, наоборот, мы снизили давление. Так. Что за памятка? Объявление для персонала. Происшествие на прошлой неделе нанесло значительный урон инфраструктуре, в результате чего мы были вынуждены прервать текущие эксперименты. Это неприемлемо. Теперь колеса для управления газовыми кранами после каждого применения должны быть возвращены в кладовую. Кроме того, при их использовании необходимо вносить соответствующие записи в регистрационный журнал. Доктор Фуллер. Ага. Кладовую. Где у нас кладовая? Здесь? По-любому он фиг... Фиг вскроет. Вскрыл. Perfect. Отлично. А, понятно. Блин, кладовая, кладовая. Здесь. Все колеса. Ой. По кругу, короче, бегаем. Так, теперь ищем колеса. With these chains on your wrist, you can't escape. На руках не выбраться. В смысле, не здесь, что ли? Я думал, почему-то здесь. Эти у нас колеса лежат. Так, ладно, окей. Давайте с машиной попробуем. It's done. Готово. Now for the Теперь others. К остальным. Фу, ладно, с Богом. I can still increase the load. Я еще могу увеличить нагрузку. Да что ты будешь делать-то? В смысле? Теперь к остальным, говорит. А, я понял, по проводам, короче, надо искать. Вот. Все, я разобрался. Теоретически мне осталось нажать только один рычаг. О! Бегом, 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 бегом. Надо прятаться. А-а-а! Урод, а? Короче, я спрятался от него в шкаф. Так. Теперь посмотрим. Так, нам остался один рычаг. Еще один рычаг. Так, куда он ушел?
1, 2, 3, 4, 5, 6. Охранник где-то здесь. А, вон он по кругу ходит. Окей. Что скипает внутри меня? Ну, жесть, а? Пирс, ну и бойня. Чё за фигня? Просто расчленёнка. Тут люди... Вообще кошмар. Блин, это нездоровая больница. Вообще жесть. Все рычаги активированы, отлично. Теперь надо, короче, возвращаться к тому основному рычагу. Вот она, машинка. Ну что? Еще одна попытка с богом. Это привлечет внимание охраны, нужно спрятаться. Бегом, 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 прячемся. О! Нифига не получилось. Ну и где вы? А, вон, идет, идет. Привлечет внимание охраны. Типа говорит. Так, он меня заметит, если я выберусь сейчас. О-о-о-о-о. Валим, 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 валим. Так, здесь никого. Каким-то обходным путем. Пока он там ковыряется, короче. Эксит. Отлично. Путь свободен. Так, сюда или сюда? А, это чувак, который это... Глаза себе выколол. Доктор? Это вы? Не переживайте из-за доктора. Сейчас он очень занят со своей бесценной машиной. У нас есть время, чтобы сбежать. Я развяжу вас. Сбежать? Куда сбежать? Я никому не могу никуда бежать. Он найдет меня, как находил раньше. Вы ошибаетесь по поводу твари. Не стоит находиться рядом со мной, иначе кончите так же. Так. Медицина, профессионал. Ответ раскрыт. А у нас еще не профессионал. А, у нас, наверное, я раненых не бросаю. Что они с вами сделали? Сандерс. Вы же Сандерс, верно? Я слышал вас. Что они с вами сделали? Что Фуллер хочет с вами сделать? Врач? Думаете, меня пугает врач? Доктор хочет меня исцелить, но это он сошел с ума. Он хочет восстановить мне зрение. Он снова хочет дать мне глаза. И все равно я сказал ему, что они мне не нужны. Я больше не хочу видеть его. Это все Сара виновата. Сара и ее проклятые картины. Шутите? Сара Хокинс? Она самая легендарная. Нет больше художников, обладающих таким же даром и отмеченных таким же проклятием, как Сара Хокинс. Так, вот в чем секрет Сары Хокинс. Так, это Сара Хокинс всему виной?
Блин, я видел в ее студии следы ритуала. Может быть, это был призыв? Вы поэтому говорите, что она проклята? Вы ошибаетесь. Это был не призыв. Это было изгнание. Но она не справилась. А в конечном итоге важно именно это. Что происходит на этом острове? Мне так жаль. Мы не должны были встретиться. О чем вы говорите? Судьба. Он поймал вас. Не дайте ему увидеть себя, или вы не сможете уйти. Не смотрите на него. Он так всех и находит. Кто найдет меня? Гость Сары Хокинс. Бродяга. Сандерс, возьмите себя в руки. Без нее меня уже не спасти. Я не успел там нажать, короче, кнопку. Не знаю, какой ответ. Какой вариант. Нет. Сандерс. Ого. Что за хрень? О, жестяк. Довалить, короче. Жесть. Это безумие. Что его убило? Какая жесть вообще. Так. Нам, короче, надо свалить вообще, блин. С этой психушки и побыстрее, короче. То есть здесь, блин, мы здесь так и кончим. Так, я надеюсь, здесь этих... О, блин. Надо ж так было попасться, а? Так, сюда или сюда, что-то я не врубаюсь. Тут закрыто. Сюда, значит. Damn. Проклятие. Газ. Gas. Ну, блин, ё-моё, а. Пирс, просыпайтесь, голова раскалывается. Потом, нужно убираться отсюда. О, Брэдли пришел. Особняк Хокинсов. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Риверсайдского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс наконец покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинса в качестве укрытия. Ктулху смотрит. Наблюдает. Кто тут? Снова этот кошмар. Нужно выпить. Это серьезное обвинение. Вы понимаете, что они означают? У меня есть обязательства перед пациентами. Этот человек играет их жизнями. Кто знает, что он мог сделать, если вы правы. Именно поэтому я должна найти доказательства. Хорошо, делайте, что хотите. Я просто пытаюсь вразумить вас. Так, там какой-то диалог, разговор идет. Так. Мы в библиотеке очнулись. Очнулись в библиотеке. Ну, хоть светло, а то эти потемки уже, ей-богу, надоели. Так, нам, я полагаю, нам надо вниз. Давайте посмотрим, что у нас. У нас, кстати, одна опа. А, три опы даже. Три опы у нас. Так, что мы там прокачивали? Поезд до 60, да? Теперь идет вот так вот расследование. Так, рассудок у нас. О,
страшное открытие. Осмотрев подвалы Риверсайдского института, Пирс вошел в комнату, поначалу принятую им за морг. Однако сильная степень разложения трупов в этом помещении быстро заставила его осознать, что он ошибался. Ничто не могло оправдать существование такого склепа в больнице. Запах гнили и полное отсутствие уважения к человеческой жизни, которому Пирс стал свидетелем в этом помещении, глубоко шокировал его. Это стоило ему рассудка. Уверен, испытание, которое вам пришлось пройти, оставили свой след, но вы все равно справились. Вы пытаетесь занять свой разум, чтобы прогнать сомнения и болезненные воспоминания. Ваш путь еще не закончен. Кто знает, куда может изобрести разум по тропе безумия. Я так предполагаю, вот эта вот психологическая травма, она, короче, будет к концу игры, я думаю. Чем больше у нас будет психологических травм, тем хуже будет концовка, я так предполагаю. Смерть Фрэнсиса Сандерса. Когда-либо наблюдал Пирс... Смерть Фрэнсиса Сандерса была самым странным событием, которое когда-либо наблюдал Пирс. Невидимая сила подняла беднягу, его тело взмыло воздух, а потом рухнуло на прутья его укрытия. Пирс бессильно наблюдал, как ломаются конечности Сандерса и как падает на пол его тело. Во время слишком долгой агонии детектив не видел ничего, что могло бы объяснить происходящее. Ослабев от раны операции, которую он припоминает, Пирс начинает сомневаться в своей способности отличать реальность от преследующих его кошмаров. Так, понятно. Короче, потихонечку мы сходим с ума. Фрэнсис Сандерс, возраст 47 лет. Род занятий – торговец предметами искусства. Фрэнсис Сандерс знал Сару Хокинс и даже утверждал, что именно из-за нее так страдает. Он собственными руками выдавил себе глаза и изрисовал стены своей камеры эзотерическими символами. Похоже, он был одержим бродягой, связанным с Сарой Хокинс. Он умер прямо у меня на глазах, при обстоятельствах, объяснить которые я не способен. Места. Подвалы Риверсайдского института. Строго говоря, я провел в больнице немного времени. Когда я проснулся, меня немедленно перевели в подвал института, в тайную лечебницу для душевнобольных, в которой доктор Фуллер без помех проводит свои эксперименты. Рядом с неприятными, это самое мягкое слово, анатомическими рисунками стоят незнакомые машины. Я смог убраться из этого места, в другой раз может и не повезти. Да, лучше не попадаться нам. Вот, так, что еще у нас? Все, да, в принципе, мы все здесь нашли. Так, ну что ж, друзья. Наверное, на этом серию я буду заканчивать. Сбежали мы из этой больницы, пришлось что-то кругами там походить, вот. Но все-таки у нас это получилось. Так что, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, оставляем свои пожелания по играм, какие игры вы хотите увидеть на канале. Все это будет чуть раньше, чуть позже какие-то игры. Вот. А я со всеми прощаюсь, до новых встреч, до новых прохождений, всем пока!